Сегодня мы хотим подробно остановиться на подкормке сладкого перца и рассказать о том, какие удобрения и в какой период рекомендуется вносить этой культуре. Чтобы обеспечить себя отличным урожаем вкусных хрустящих перчиков, придерживайтесь следующего графика внесения подкормок. Через 2 недели после пересадки рассады в грунт необходимо приготовить следующее средство. Свежий куриный помет разводим в отстойной воде в пропорции 1 к 2 и оставляем на 2-3 дня, чтобы раствор забродил. Готовый концентрат разбавляем чистой водой в соотношении 1 к 10. Добавляем 1 столовую ложку мочевины и поливаем под корень кусты перца. Куриный помет – отличный источник азота, который поможет растению быстрее набрать зеленую массу. В период цветения дайте перцам удобрение на основе коровяка. 1 литр продукта разводим в ведре воды. Настаиваем на протяжении недели в теплом месте, после чего добавляем чистую воду из расчета 1,5 литра состава на 10 литров жидкости и используем для полива кустов. Коровий навоз улучшит структуру почвы, простимулирует развитие культуры и увеличит урожайность. В фазе плодоношения лучше всего перцам подойдет зольный раствор. 1 столовую ложку просеянной золы добавляем в 2 литра горячей воды и оставляем на сутки. Полученную подкормку вносим под корень перцам. Такое средство значительно повысит вкусовые качества плодов.